Привет, ребята! Сегодня я хотел рассказать про такую штуку, про которую я раньше не знал. Это счетчик электричества, который остается в аккумуляторе. То есть, если у вас есть электрический велосипед или электрическая лодка, или электрическая машина, или электрический самолет, и вам нужно знать, сколько у вас осталось, условно говоря, горючего, то вам нужно иметь такую штуку, которая показывает, сколько, какой процент электричества остался в вашем аккумуляторе. Я сейчас это покажу. Вот у меня стоит литий-ионовый аккумулятор на 50 ампер на 24 вольта. И вот, оказывается, есть такая штука, называется battery capacity. Сколько возможностей есть в этой батарее. И вот могу нажать кнопочку. Вот. И как можно видеть, сейчас осталось 81% батареи. 81% заряда в нем. Дальше могу пролистать. Указать, сколько вот здесь вольт осталось. 26.3 вольта. И могу выключить. Еще раз включаю кнопку. 81% в батарейке. Сколько вольт? 26.3. Вот, и выключается. Мне кажется, что это очень полезная штука для всех тех, у кого есть электрические средства передвижения. Вот. И кто про это, может быть, раньше не знал. Рекомендую приобрести. А здесь, в Штатах, она стоит порядка 10-15 долларов. В зависимости от бренда. Все, на этом все. Спасибо, до свидания.